Более 30 миллионов рублей – таковы долги за квартиру жителей только центральной части города. Совместный рейд по квартирам должников провели судебные приставы и представители управляющей компании «Коммунальщик». Какая еще работа ведется с неплательщиками, выясняла Юлия Савинцева. Здравствуйте. Знакомая реакция, констатируют судебные приставы. Ведь долг этого жильца достиг уже почти 100 тысяч рублей. Дверью перед носом представителей закона должники хлопают довольно часто. Мало кто готов вести неприятные разговоры. Еще чаще просто не открывают. Должников дома нет. Оставляем требования о вызове на прием и квитанцию на оплату задолженности. А самым злостным неплательщикам извещение наклеивают прямо на дверь с предупреждением, что в течение 3 дней нужно явиться к судебным приставам, иначе сотрудники ведомства имеют полное право вскрыть квартиру без согласия жильцов. В такие рейды представители власти и управляющих компаний отправляются каждую неделю. В случае, если должник находится дома и долг не проплатил, арестовываем имущество. Выезжаем на адреса, где сумма долга превышает свыше 3000. Если в данный момент, когда мы приезжаем, у человека имеются в наличии денежные средства, мы можем сразу принять по квитанционной книжке денежные средства. Борьбу с коммунальными долгами приходится вести всеми законными способами, рассказывают в управляющей компании «Коммунальщик». В ее ведении около 200 домов в центральной части города и сотни семей, которые не могут или не хотят платить за квартиру. Их долг уже превысил 30 миллионов рублей. Заканчиваются такие рейды, ну, по-разному. От просто иногда можно побеседовать с человеком, да, и напомнить ему о том, что неплохо бы погасить долг, до того, что иногда прямо на месте люди частично или полностью погашают свой долг. В сложных ситуациях, когда должник остался без работы или серьезно заболел, коммунальщики могут и войти в положение, и предоставить отсрочку или рассрочку платежа. Но это тоже делается через суд. А вот у злостных должников доходит и до ареста имущества. Но на этот раз жестких мер применять не пришлось. Неплательщиков не застали дома. Он здесь не живет уже 7 лет. А он выписался отсюда или в квартиру подал? Нет. А вы кто? Я сын. Как оказалось, в этой квартире родственники разделили коммунальный счет, по одному из которых уже несколько лет не поступают платежи. В таком случае судебные приставы составляют акт о непроживании. От неплательщиков страдают и законопослушные жители. Ведь от денег, вовремя не поступающих на счет управляющих компаний, зависит и общий уровень комфорта в жилых домах, например, капитальный ремонт. Применить более жесткие меры к должникам управляющая компания не может, не позволяет закон. Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологда Портал.